В Сочи работает комиссия по регулированию туристско-экскурсионной деятельности. Результаты обследования отрасли специалистами оказались неутешительными. Сами павильоны зачастую грязные, номера телефонов, указанные маркером, давно размыты от дождя, а некоторые будки требуют покраски. К делу напоминают руководителям экскурсионных предприятий, пора приступать уже сегодня. И менять внешний вид своих объектов необходимо с учетом решения все той же городской комиссии по регулированию туристско-экскурсионной деятельности, а именно обклеивать павильоны с символикой ФИФА. Готовятся к проведению чемпионата мира по футболу не только улицы курорта, подчеркивают в мэрии. Основное – это, конечно, формат функционирования экскурсионных предприятий, экскурсионных автобусов в период проведения чемпионата мира по футболу. Естественно, мы ставим задачи такие, чтобы наши предприятия экскурсионные покупали новые автобусы, чтобы парк автобусов обновлялся. Ну и также культура самого общения реализаторов экскурсий, она тоже заслуживает внимания. Мы поставили задачу подготовить именно экскурсоводов для приема иностранных гостей. Для этого они будут проходить обучение соответствующее. На совещании определили правила работы, которые будут действовать в этот летний сезон. Сами же представители экскурсионных фирм презентовали новые туристические объекты показа и маршруты.